Ну вот мои персики идут. Не все мои, правда. Я только тут по цветкам буду ходить. Мне 4 часа не хватит только по цветкам, потому что тут очень много цветков. Давай, Светка, мойся, мойся. Да вдруг воду отключат. С вами сфотографироваться можно, потому что когда вы станете большим человеком, а вы обязательно будете большой человек, знаменитый, я буду гордиться, что я вас знаю. Да? А Диарина? А, вот она. Все. Ну, конечно же, какая Грузия без чачи? За Украину, за Грузию, за мир во всем мире. Ура! Ура! Ай, Света, Света! Света из Одессы. Вот джойстик. Спасибо. О, Сталин. Он что, тут жил? Правильной дорогой идем, товарищи. Вася! У меня хорошо. Очень вкусно. Мало. Обязательно рекомендую покататься на лодочках в Тбилиси. Ну что же, наконец мы выбрались в Тбилиси. Взяли экскурсию гида на 4 часа экскурсия, которая завершится прогулкой на катере вот тут вот по этой речке. Потом мы идем в Серные бани. Сейчас идем на встречу гида. Вот договорились встретиться вот тут. Вот тут, возле этого памятника. Там уже ждет нас гид. Чуть-чуть опоздали на пару минут, но перезвонил. Он стоит возле машинки в тенечке. Вот мои персики идут. Не все мои, правда. Доча красивая очень. Церковь 13 века, 12 даже. 15. Это памятник царю. Что касается церкви, я вам буду предлагать посещать их. Вот тут же скажу, если я только тут по церквям буду ходить, мне 4 часа не хватит только по церквям, потому что тут очень много церквей. Да, мы не видим. Только грузинские конфессии. У меня вот на этой маленькой пятачке земли, вот он старый Тифлис, старый Тифлис. У меня 5 церквей, 5 конфессий. Мусульманская мечеть, армянская церковь, грузинская церковь, потом еврейская синагога, потом католическая церковь. Маленькая крепость Сарабского на Ринкала, а кого вообще переводится как город? Стена. Красиво. Ой, смотри, она плачет. Давай, Светка, мойся, мойся. Да вдруг воду отключат. Полезная водичка для лица. Ага. Скалы внутри. Сейчас проходит двустороннее автомобильное движение. Мы сейчас в Союзе делали. Когда мы будем на катере кататься, я вам покажу, где они выходят.
спускаются в район старых серных бань. Наши джойстики сзади там плетутся. Но уже не так жарко, кстати. Там прохладнее стало. Тбилиси очень жарко. С вами сфотографироваться можно? Потому что когда вы станете большим человеком, а вы обязательно будете большой человек, знаменитый, я буду гордиться, что я вас знаю. Да? Дорогие мои, на вас вопрос, там мы не понимали. Вот этой бани у меня остались. Вот это? Да. Наверное, есть бани 18 века, и вот бани остались. А таких бань было в свое время 64 или 65. Ого. Таких было много. Вот там тоже сера выходит внизу с правой стороны. Угу. Я не чувствую уже. А нет, сейчас чувствую. Мы награду. Начали, давай. Мы награду. Авторит промцаш анжал сэдэцэ Сгори куголи Ай сарджас навцалэв шигай харжа Гав марджас сакартвелос эздазэцэ Сакартвелос лирэмас тавдаргуча Гав марджас сакартвелос эздазэцэ Сакартвелос лирэмас Красиво. Надо написать на нем и повесить дальше. Ну что? Что хочешь? Вот так, да. О, все. Вот так. А прикиньте, мы там возле речки приходим, и там клещи валяются. Как она выросла между скалами. Вот они скажут, сколько ей плоско. Лет. Да, вот так, вот плоское дерево. Видите, мой друг? Вот. Идите ко мне показывать. Вот она у нас как выросла, видите? Обалдеть. Скалы не дали дереву вырасти, как она обычно растет. И вот так между скалами вот так они вот выходили. Да, плоско выросло. Ой, все выше и выше. А Диарина? А, вот она. Ой, да. Высоко. Ой. Мужчины только пьют. Пожалуйста. Женщины вчера просто пили. Если вам сегодня плохо, надо... Чуть-чуть чачи. Дагина, гандель дануться. А, 3,50, говорит, за чили имеют. Да все, отдай 5, и все. Я завтра хочу. Да, в следующем году. Пальцем лица аромат. Конечно же, какая Грузия без чачи. Ой, это до бани? А вообще в баню возьмите, тетя, еще. Да, я говорю, что вы говорите? Там пиво и чача. Но пиво можно. Там же отдельная комната есть.
Вы выходите, отдыхаете, еще в баню. Там да. Целых один час баня будет, не выдержит. Мы два часа. Ну, на два часа. Там отдельная комната, выходите, отдыхайте и опять. За Украину, за Грузию, за мир во всем мире. Ура! Ура! Только вот так, только за вот так. За мир во всем мире. Если вот так сейчас мы выпьем. Все будет хорошо. Будет хорошо. Только вот так выпьем, да? О-о-о! Три раза целоваться. С ним? Нет, с тобой. Супер гид. А еще раз, как вас зовут, извините, плохая? Меня зовут Левани. Левани? О, у меня плохая память на имена. Кстати, у меня тоже. Ужас. Высоко в горах, вот этот вот? Ну, он где-то похож. Хорошо, давайте. Есть козел и баран. Зачем? Козел и баран. И что? И они смотрят на персик. Она на дереве, но она пока не спелая. Зеленая она. И они ждут, пока он станет спелым. Созреет. Чтоб созрел, и весь этот вкус, весь этот сок, весь этот запах, все они почувствовали. Баран и козел. И они ждут, ждут, ждут. И вот она уже спелая. Такая спелая, что аж отсюда, от сих до сих, уже запах. Хочу я этот сок, весь вкус попробовать, эту красоту на себе почувствовать. Черт меня побери. Вот сейчас я баран и козел. Не я, в смысле, баран и козел. Они вот сейчас ждут, мой друг, здравствуйте. И орел пролетает. И этот персик, все, этот вкус, этот запах, все, сок, это орел на себе попробовал. Чему я веду? Я хочу сказать тост о прекрасном, красивом поле, чтобы у вас, дорогие мои, всегда были рядом орлы, а бараны и козлы пускай так остаются. Вот. Ай, Света, Света! Света из Одессы. Вот джойстик. Спасибо. Как-то вот так. Ой, спасибо вам. Возьмем начало 16 века, они увидели помидор. И они подумали, что это яблоко. И, кстати, первый раз, первые периоды, помидор выносили для гостей как фрукт. А ее назвали золотое яблоко, яблоко из золота. И я начинаю. Деля слова. Помидор по-русски, помидоры по-грузински. А вот на старолатинском и сегодняшнем итальянском он помодоро. И я делю помо д оро. Помо это яблоко, д это артикль, выражает принадлежность, а оро это золото. И само слово мне говорит, дорогие мои, что яблоко из золота, золотое яблоко называется помидор. А то спросишь человека, кенгуру, почему кенгуру зовут кенгуру? Во всем мире мы с вами не знаем кенгуру, как называется. Знаете почему? Нет. Потому что когда нашли кенгуру, просто на том языке спросили кенгуру, что это такое, кто он такой. И осталось кенгуру. Да. Здорово. Деля на две части слова, я узнаю правду, дорогие мои. Класс. Мадлуба. Писо, писо, писунья. Ой. Хотите? Расскажу. Вот тут очень красиво горожане сделали, кстати, ребята. Ага. Ой. Класс. Пальма. Ой, спасибо. Пальма, мой друг. А там фазан. У езидов, а у нас езиды тоже живут, у езидов символ фазан, как в Индии корова это символ. Ага. А у езидов это фазан, фазан символ. Пойдемте. Вам еще раз спасибо за фото. Дорогие мои, в старом времени весь Тбилиси был в стенах. И у Тбилиси были 6 или 7 входов или выходов. Блин, гранатовое дерево. Вход ботанического сада в старом времени тоже был один из входов города Тбилиси. Мы эти двери называем ганджийские двери. Почему? В Азербайджане город Ганджа, оттуда товары приносили и отсюда заносили. Товар Дюга. Кто это? О, Сталин. Бессаренный Сталин. Он что, тут жил? Нам говорят, что в 1967 году скрывался от жандармерии революционер Йосиф Бессарионович Сталин. Кстати, подчеркиваю, говорят Виссарионович. Да, Виссарионович. Бессарионович. Да, да, да.
Кстати, буква «Б» часто переходит в букву «В», а буква «С» часто переходит в букву «Ш». Это отдельная история. А что касается Сталина, он тут скрывался от жандармерии, революционера. Чеме бия, хо. Ара, я хватаю вас не дуа, маму таса. Он дальше был. Дочи. А мы уже идем. Она сбит вот здесь. Мост мира. Красота. Ее строили итальянец Лукетти. Мост мира.
мира. Потом его Саакашвили наградил медалью. Ого. Да. А их вот этих 10 тысяч. Ага. А, они прям... Да. Видишь, в стекле? Да, и они освещают этот мост. А как электричество туда попадает? Да, там это все есть. И, кстати, тут я скажу, что мост передает ДНК человека. ДНК человека. Прочитайте. А, ну да, 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 точно, я вспомнил. Да. Экскурсии, да. Заключение экскурсии. Мы катаемся на лодочке и будем идти в баню, в серную баню. Баня номер 5. Посмотрим, что такое серая баня. Обязательно рекомендую покататься на лодочках в Тбилиси. Целиком очень красиво. Дождик пошел. Все, если что, завтра пишите, будут вопросы, задавайте, я вам отвечу. Понадобится ли вам не придет. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Вот мы добрались, баня номер 5. Это наш выбор на сегодняшний вечер. Заходим. Сейчас посмотрим, что тут. И как. Ой, серой пахнет. Ай, хорошо. Вот такая вот баня красивая. Да, я в курсе. Я не снимаю переодевающих. Вот здесь горячий бассейн. Серный. Ах, какой горячий. Душики. Молодец. Вот тут холодный. Холодный. Здесь горячий. Здесь сауна. А тут туалет. Хорошо. Давай, давай. Давай. По чуть-чуть. Смотри. По чуть-чуть. Давай, давай. Она залазила уже. Давай, давай. Нет.
Уже даже Света зарезала. Давай, 2 минуты съемки. Давай. Давай. Как ощущение? Еще ниже. Спускаемся. Такое вот домашнее вино. Спускаемся в погреб винный. Оп, оп. Ой, тут прям прохладненько. Кстати, почем это? 30 рублей. 30, да? Это именно ваше? Да. Вот это крутой подарок. Не заводское. Нет, Мидзелайн. Сафира, как написано. Это уже 2 или 3 года. Два года уже? Да. Да. А, кстати, да. Есть у вас попробовать? Да, попробовать можно. Офигеть. Сами наклеечки такие сделали. Бочка тут хранится. Настаивается. Там чача делается. Видишь, брат. Медный, ничего себе. Сильно. Собака, которая нас пристает. Тебя как зовут? Ты что, говорят, кусаешься, а? Охранник. Покормили. О, мух ловит, как Джойстик. Идем вот туда, к родине, мать Грузии, по этой лестнице. Вася, Вася, Вася. Нет. Это Вася. Ага. Вася. Вася, Вася. 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 Вася, Вася, Вася. Нет, уж с тобой будет воевать. Ах, Вася настоящий грузин. Вася. На, на, возьми ручку. С рук, дай, Вась, с рук, дай. Вась, на. Конечно, все тебе дам. Лизок, на. Не, вообще. Открой. Вася. А где твои друзья, собака и кошка? Вот. Отдыхай. Собака за дочкой бегает. Где дочка, там... А это кот. Видно по лицу, что это кот. Васька. Последний день отдыха мы не делаем спуску себе. Знаете, за моей спиной мать Грузия. Где-то там наши все плетутся. Я поднялся на разведку и маякнул, что правильной дорогой идем, товарищи. Помашите ручкой. Там дальше будет высокий ступень. Пленки. Посмотри, как с папой капает. Лизок. И где? Третье место подъема. Чача не вышла еще?
с нас вышла уже, видишь? На, облежи меня, она капает. Третий прогон. Вот мы добрались или добрались. Мат Грузия прямо позади меня, в полный рост. Высоко. Мне тяжело. Ну, видимо, то, что после еды. Поэтому, если будете подниматься на голову, лучше будет лучше. Ребята. Я нашла. Арина нашла плод кактуса. Сейчас я его буду пробовать. Арина, снимай. Видно? Очень вкусно. Только мало, мало, мало. Вот Украина, посмотрите, рынок Майдан в Грузии и Майдан в Украине отличается. Самый старый подземный рынок. Утюги. Утюг надо? Ребята, это конечная точка в нашем отпуске до аэропорта. Так как мы 12 дней пили беспробудно. Ну, это Грузия, кроме Лены и Арины и Лизы. Мы заканчиваем свой тур на прекрасном памятнике, таком вот скромном, памятник Тамаде. Он, да, он держит в своей руке рог с вином или с чачей, как кому что тут понравилось. Поэтому давайте так символично, осталось 2 минуты съемки, еще 2 минуты на аэропорт. И вот тут давайте сфоткаемся. Ничего, мы попросим сейчас какого-то джигита. Давай, Володя, подтягивай сюда. Выстраиваемся. Арина посередине. Или Свету посадим. Еще немного мы заканчиваем рестораном, который открыл нам Тбилиси. И свой Цезарь. Это ресторан Стелла Артуа. Два Цезаря на коня, как говорится. С чего начали, тем и закончим. Самое главное, не изменять традициям. Ресторан Стелла Артуа рекомендуем. Посмотрите на этот Цезарь. Раз, Цезарь два. И вот Елена Цезарь. Ну что, не получилось у нас вернуться с таким же килограммажом. Килограммажом. Не поместился весь боржом. 5 килограмм перевес. Посмотрите, какая красивая у нас дочь. Да, просто принцесса. Идем. Уже зарегистрировались, идем отдыхать. Я, короче, купила куколки, я даже не знала, что он такой же, как у Лизы. Все, погнали. Увидимся в Одессе. Скажи спасибо Грузии. Спасибо. Very nice place. Да, yes, yes. We come back soon. Soon? Soon, скоро. Soon. Okay.